по-разному чествует чемпионов Олимпиады, но вот так, как это сделал соперник Сергея Белоглазова, видеть не приходилось. А самому Сергею за день до открытия игр исполнилось 32 года. Сегодняшний день победитель Московской Олимпиады запомнит навсегда. Быстрый, неуловимый в движениях Арсен Фадзаев из Ташкента за три года не проиграл ни одного поединка. Так было и здесь, в Сеуле. Тбилисец Давид Габиджишвили остался верен себе, и американский гигант Брюс Баумгартнер не выдержал его.